Thank you.
Под звуки траурных мелодий гроб с телом Леонида Ильича Брежнева выносят из колонного зала и устанавливают на артиллерийский лафет. Кортеж медленно направляется на Красную площадь. За гробом в скорбном молчании идут руководители Коммунистической партии и Советского государства, члены комиссии по организации похорон. Родные и близкие покойного. Министры, ответственные работники ЦК КПСС, Московского городского комитета партии и исполкома Моссовета, представители общественности. Впереди процессии венки от Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Президиума Верховного Совета, Совета министров СССР, союзных республик, краев и областей, от трудовых коллективов страны. Здесь же венки от зарубежных делегаций. На алых атласных подушечках советские награды и награды многих зарубежных государств, которых удостоен был Леонид Ильич Брежнев за свою многогранную деятельность на посту руководителя Коммунистической партии и Советского государства. Красная площадь заполнена народом. В четком строю войска московского гарнизона. Траурная процессия останавливается у мавзолея. Гроб с лафета переносится на постамент. На трибунах Красной площади члены и кандидаты в члены ЦК КПСС, депутаты Верховных Советов СССР и РСФСР, представители партийных, советских и общественных организаций, военачальники, ветераны партии войны, ветераны и передовики труда. Здесь же многочисленные зарубежные делегации. На центральную трибуну мавзолея поднимаются руководители Коммунистической партии и Советского государства.
Траурный митинг открывает генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов. Товарищи, тяжелая утрата постигла нашу партию, наш народ, все передовое человечество. Сегодня мы провожаем в последний путь Леонида Ильича Брежнева, славного сына нашей Родины, пламенного марксиста-ленинца, выдающегося руководителя Коммунистической партии и Советского государства, виднейшего деятеля международного коммунистического и рабочего движения, неутомимого борца за мир и дружбу народов. Позвольте прежде всего выразить глубокое соболезнование семье и близким Леонида Ильича. Леонид Ильич принадлежал к той плеяде людей, которые пришли, выросли и закалились в годы самоотверженной борьбы советского народа за упрочение завоеваний Великого Октября, за осуществление заветов Ленина, за построение социализма в нашей стране, за ее свободу и независимость. Рабочий и воин, выдающийся организатор и мудрый политический деятель Леонид Ильич Брежнев был связан с народом кровными и неразрывными узами. Вся его жизнь и деятельность были подчинены служению интересам людей труда. Весь свой яркий талант, всю свою огромную энергию он отдал делу социализма, общества свободы и социальной справедливости, братства людей труда. С деятельностью Леонида Ильича Брежнева на высших постах партийного и государственного руководства связан исключительно важный период в истории нашей партии и страны. Под его руководством разрабатывалась и последовательно проводилась в жизнь политика партии, пронизанная постоянной заботой о человеке труда, о подъеме народного благосостояния. Прочно утвердились ленинские нормы партийной и государственной жизни, благотворная атмосфера дружной совместной работы. В памяти народов Леонид Ильич Брежнев останется навсегда выдающимся борцом за прочный мир и мирное сотрудничество между народами. Он последовательно и со всей страстью своей души боролся за разрядку международной напряженности, за избавление человечества от угрозы ядерной войны, за укрепление сплоченности социалистического содружества и единства международного коммунистического движения. Товарищи, в этот горестный час, прощаясь с Леонидом Ильичем Брежневым, вся наша партия, ее Центральный комитет заявляют о своей решимости твердо и последовательно проводить в жизнь ту стратегическую линию во внутренней и внешней политике, которая вырабатывалась под благотворным влиянием Леонида Ильича Брежнева. Еще теснее сплачиваясь вокруг партии, ее Ленинского Центрального комитета, его коллективного руководства, советские люди заявляют о своей поддержке политики партии, о своем безграничном доверии к ней.
партия будет делать и впредь все необходимое для дальнейшего повышения жизненного уровня народа, развития демократических основ советского общества, укрепления экономической и оборонной мощи страны, упрочения дружбы братских народов Союза Советских Социалистических Республик. Центральный комитет КПСС будет неуклонно воплощать в жизнь решение 26-го съезда партии, волю советского народа. Мы будем делать все для дальнейшего укрепления сплоченности Великого Содружества Социалистических Государств, единства рядов коммунистов всего мира в борьбе за общие цели и идеалы. Сэр, его принципиальные установки оказали огромное позитивное воздействие на развитие социалистической демократии. Как верный продолжатель великого дела Ленина, он внес большой творческий вклад в развитие марксистско-ленинской теории. За эти заслуги Академия наук СССР удостоила Леонида Ильича своей высшей награды – золотой медали имени Карла Маркса. Вся сознательная жизнь Леонида Ильича прошла после октября. Школа его жизни была трудной, и только его необычайная одаренность и опора на народ привели к такому исключительному жизненному пути, целиком посвященному благу народа. Товарищи, прощаясь с болью в душе и сердце с Леонидом Ильичем, советские ученые видят свой долг в том, чтобы еще теснее сплотиться вокруг родной коммунистической партии и ее Ленинского центрального комитета, еще активнее и организованнее действовать на всех фронтах науки и техники для обеспечения такого прогресса нашей Родины, к которому призывал нас Леонид Ильич. Слово предоставляется шлифовщику Московского завода счетно-аналитических машин товарищу Пушкареву Виктору Викторовичу. Товарищи, глубокой скорбью полны наши сердца. Трудовая Москва вместе со всеми советскими людьми провожает в последний путь верного продолжателя великого ленинского дела, пламенного борца за коммунизм Леонида Ильича Брежнева. Горько сознавать, что умер человек, чья жизнь и поистине титанический труд были отданы без остатка великому делу партии, борьбе за счастье народа. Начав свою трудовую биографию рабочим, по заводскому гудку Леонид Ильич всегда и во всем оставался близок к рабочему классу, всем трудящимся, был связан с ними неразрывными кровными узами. Советские люди отвечали Леониду Ильичу искренней, сердечной любовью, испытывали к нему огромное уважение и безграничное доверие. Они по праву связывали все свои успехи в коммунистическом строительстве, в упрочении могущества Родины с именем Леонида Ильича Брежнева, его партийной и государственной деятельностью. Его личным направляющим участием в разработке и осуществлении политического курса КПСС и советского государства. Находясь на высших постах в партии и государстве, Леонид Ильич более 25 лет жил и работал в столице нашей великой Родины. Он постоянно уделял большое внимание Москве, превращению ее в образцовый коммунистический город, бывал в трудовых коллективах, душевно беседовал с москвичами, по-отечески заботился об улучшении условий их труда и жизни. Леонид Ильич неоднократно избирался делегатов съездов КПСС от столичной партийной организации. На протяжении длительного времени был депутатом москвичей
Верховных Советах СССР и РСФСР. Мне выпала честь быть доверенным лицом, когда Леонид Ильич баллотировался в Верховный Совет РСФСР по Бауманскому избирательному округу. И я хорошо знаю, как близко к сердцу принимал он нужды людей, наказы избирателей, с какой большой теплотой относился к каждому человеку, с которым ему приходилось встречаться. Смерть Леонида Ильича – безмерно тяжелая утрата для партии, для советского государства. Но горе не внесет растерянности в наши ряды. Рабочий класс, трудящиеся Москвы, как и весь наш советский народ, еще теснее сплотятся вокруг родной коммунистической партии, ее Центрального комитета, Политбюро ЦК КПСС. Мы приумножим свои усилия в труде, чтобы вечно жило и побеждало дело Ленина, дело октября, чтобы воплощались в действительность идеалы коммунизма и мира на земле, которым посвятил всю свою яркую жизнь Леонид Ильич Брежнев. Прощай, наш дорогой Леонид Ильич. Слово представляется первому секретарю Днепродзержинского горкома Компартии Украины товарищу Гордиенко Алексею Федоровичу. Дорогие товарищи, тяжкой болью в сердце каждого днепродзержинца, днепропетровца, как и всех советских людей, отозвалась весть о кончине верного сына советского народа, выдающегося деятеля коммунистической партии, советского государства, международного коммунистического рабочего движения, пламенного борца за мир, нашего дорогого, незабываемого земляка Леонида Ильича Брежнева. С именем Леонида Ильича, человека огромных способностей, редчайшего обаяния, накрепко связана судьба нашего города. Здесь он родился и вырос. Здесь вступил в комсомол. Здесь в октябре 1931 года стал членом Ленинской партии. На заводе имени Дзержинского прошел первые рабочие университеты, впитав в себя лучшие качества рабочего класса. С тех пор Леонид Ильич всегда и везде был на переднем крае борьбы за коммунизм. Он вдохновлял людей, вел их к новым свершениям во имя торжества великих ленинских идеалов. Леонид Ильич всегда был тесно связан с родным городом, с нашей городской партийной организацией. При всей своей занятости он находил время и возможность вникнуть в наши дела, поддерживал теплым словом и отеческим советом. Коммунисты, трудящиеся Днепродзержинска, всей Днепропетровской области постоянно чувствует внимание и заботу всеми нами любимого Леонида Ильича Брежнева. Неизгладимый след в памяти оставили его встречи, теплые душевные беседы с земляками, глубокий интерес к их жизни и работе. Во знаменование выдающихся боевых и трудовых заслуг Леонида Ильича на его родине в городе Днепродзержинске установлен бронзовый бюст. Он постоянно напоминает нам о высокой чести и огромной ответственности быть земляками Леонида Ильича Брежнева. Трудно поверить, что больше Леонид Ильич не встретится с нами, не приедет, не поинтересуется, как работают заводы, идет строительство, не расспросит о людях, о делах городского комитета партии. Горько это сознавать. Потеря невосполнима. Стойкий марксист-ленинец, испытанный партийный руководитель, Леонид Ильич Брежнев прожил большую и славную жизнь. Он много сделал для нашей многонациональной советской отчизны. Его светлый образ
навсегда сохранится в сердцах трудящихся Днепродзержинска, всех советских людей, как вдохновляющий пример верности делу Коммунистической партии советского народа. В этот тяжкий прощальный час мы хорошо понимаем, что лучшим памятником ему будет наш самоотверженный труд по выполнению предначертаний 26-го съезда Коммунистической партии Советского Союза во имя нашей любимой Родины, во имя мира и коммунизма. Прощай, наш дорогой Леонид Ильич. Траурный митинг, посвященный памяти Леонида Ильича Брежнева, объявляется закрытым. Thank you.
Thank you.